Новый год – это действительно самый долгожданный праздник, и хочется встретить его во всеоружии. Но каким бы ни было красивым ваше вечернее платье или костюм, без макияжа и прически образ все равно будет не до конца дополненным. Основной цвет для макияжа в новогоднюю ночь – все красные, оранжевые и желтые оттенки. Ведь огненный петух сам по себе представляется именно в такой цветовой гамме. Конечно же, не стоит использовать красные тени и желтую помаду. А вот песочные тени и алый блеск для губ придется очень кстати. Стилисты также предлагают разнообразить указанные тона зеленой гаммой. Вы можете использовать салатовые тени, которыми выделите уголки глаз, или же купить яркую подводку. Отлично будут смотреться такие сочетания цветов, как синий с шоколадным, оливковый с таракотом, котовым и нежно-голубой с кофейным. Самое главное, помните о том, что основной акцент в мейкапе должен быть сделан на чем-то одном. В эту новогоднюю ночь визажисты рекомендуют девушкам особое значение придавать своим глазам и бровям, а также умело подчеркнуть скулы. Кроме того, не стоит забывать о том, что макияж на Новый год должен хорошо сочетаться с подобранным нарядом и прической. В 2017 году будут популярны два образа. Это принцессы, так называемые, которые заблудились в лесу в поисках принца. И вот у них такая легкая небрежность. Обладательницам роскошных длинных волос несказанно повезло. Они могут выбрать себе любую понравившуюся прическу. К примеру, для средних волос отличным вариантом станет стрижка каскад. При этом волосы можно уложить в своеобразный пучок, оставив неспадающие передние пряди, которые предварительно можно завить в красивые локоны. На длинных волосах отлично смотрятся все виды плетений, даже самые замысловатые. Проявить фантазию могут и женщины с короткими волосами, ведь они могут подобрать себе для вечера разнообразные заколки и ободки. Модные прически на новый 2017 год могут быть совершенно разными. Все будет зависеть только от вашей фантазии. Такую прическу можно выполнить самостоятельно или довериться в руки профессионалам. В парикмахерской на Стахановской 21 до 31 декабря всем девушкам предоставляется новогодний пакет. Укладка, макияж, маникюр, гель-лак. И за все это 2300 рублей. При этом вы сэкономите 500 рублей. При окрашивании волос спа-процедура, протеиновый лифтинг в подарок. А также скидка 40% на кремы для солярия. Успейте записаться. Стахановская, 21, телефон 790 948.